Но поздравить своих мам солдаты смогли не только лично, но и непопулярным и почти уже забытым сегодня способом – письмом. В эпоху гаджетов и мессенджеров Росгвардия запустила всероссийскую акцию «С любовью маме». О чем пишут современные солдаты и чем рукописное письмо отличается от электронного, узнал Николай Смирнов. Этот лист плотного картона Светлана держит в руках не первый раз, но дрожь в пальцах все равно выдает волнение. Ем хорошо, сплю тоже. Ноги вроде не мерзнут. Это строки из письма ее сына, ее солдата. Мы привыкли, что СМС, да, Вайбер у нас, всякие мессенджеры, электронная почта есть. Но когда ты видишь почерк дорогого человека тебе, это не передать эмоции. Акцию «Письмо маме» в Росгвардии запустили специально к Международному дню матери. Напечатали бланки, заказали конверты, а потом объявили солдатам и служащим по контракту, что таким почти забытым способом они могут поздравить своих мам. Откликнулись почти все. Я на самом деле с первого же, наверное, так дня, так сказать, уже хотел бы написать, потому что я знал, что на бумаге можно гораздо в большем объеме изложить свои чувства, ведь письмо его можно подержать, можно оставить, перечитать, и бумага нанесет себе все-таки какую-то энергетику. Акция необычна тем, что сейчас солдаты, как правило, служат недалеко от дома, и связь с родными поддерживают регулярно. Мы организовываем общение личного состава с домом каждую неделю. В свободное время получают мобильные средства и звонят. Также по мере необходимости, если возникли какие-то экстренные ситуации, возможно, дома, то солдат без проблем может получить телефон, позвонить родителям, родным, близким. В этом проблемы нет. Вадиму осталось служить еще 8 месяцев. Уже следующим летом он вернется туда, где его ждет мама. Просто тепло и уют домашний, к чему уже привык за долгие годы, пока, например, жил еще с родителями. Также вечера даже с мамой там чаю посидеть, попить на кухне, с детьми поиграть дома. Скучаю просто по семье. Николай Смирнов, Сергей Жернаков, Тюменское время.